Сегодня в селе Шигырданы Батыревского района начал работу межрегиональный сельский экономический форум. Форум «Шигырданский диалог» проходит уже в пятый раз. Здесь собрались порядка 400 человек. Приехали в Шигырданы и гости из-за рубежа. Со своими докладами на форуме выступили торговый советник посольства Малайзии, предприниматель из Китая, а также чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь. Эксперты обсуждали, как развивать бизнес на селе, каким инвестиционным проектам необходимо дать зеленый свет. Отдельная тема этого форума – создание на территории села Шигырданы агропарка.